Потом, ну, вот, например, другой опыт. Есть такой предприниматель, промышленник крупный, Константин Бабкин. Я, кстати, еще и один из, ухожу в оргкомитет Московского экономического форума, который был создан специально в пику Санкт-Петербургскому и Давосскому. То есть на нем как раз мы представляем антилиберальные взгляды экономистов, связанные с развитием реального сектора, а не чисто финансовых там, каких-то технологий. Так вот, Бабкин является одним из трех сопредседателей этого форума. Вот он совладелец и генеральный директор Россельмаша, последнего практически предприятия крупного, которое осталось вообще в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, но, правда, и самого крупного. Вот. Он говорит, что, в общем-то, специалистов уже начали, вот они там тоже работают с профильными вузами, хотя не хватает, там, скажем, проблем практики, они там слишком теоретизированные знания, они предоставляют возможности, или там наоборот, они готовы представлять даже свои комбайны бесплатно, например, тем учебным заведениям по разным регионам, чтобы, значит, там инженеры, которые с этим будут работать, технологи, обслуживающие и так далее, там вот комбайны и так далее, чтобы они уже могли с этим вот работать, разбирать, смотреть и так далее. То есть, видите, без этого невозможно. Потребность уже такова, что действительно это просто начинает блокировать возможность работы предприятия. Стоп, чередовать будем с записками. Будут ли инвестиционные решения на саммите БРИКС 16 июля? Ну, во-первых, надо сказать, что некоторые решения были уже анонсированы практически, потому что они все-таки вот уже заявили о создании там практически аналога Международного валютного фонда, собственных систем, вот этот банк стран БРИКС и так далее. Причем превзошли собственные же обещания, когда год назад там объявлялась сумма, там, что там, стартовый капитал там, сначала с миллиарда шел разговор, потом что-то до 15. Сейчас это будет уже гораздо более крупный, на порядок более крупный, значит, объединение капиталов. Ну, там идет работа, конечно. Насчет, я, честно говоря, не следил за подготовкой, мне сейчас так вслепую сказать не берусь, но вообще говоря, учитывая интересы участников проекта, можно было бы ожидать, тем более в нынешних условиях, подходящие условия. Всем участникам этого объединения свойственно антиамериканизм, вот, понимание того, что нельзя жить в однополярном мире. Я думаю, что вообще должно бы толкнуть к каким-то решениям. На фоне, опять же, состоявших российско-китайских усилений контактов, резкой интенсификации, переход от разговоров многолетних, значит, уже к реальному финансированию реальных проектов. Я думаю, много чего можно ожидать. Вот. Но самый главный, конечно, игрок — это Китай. И поэтому именно он будет, конечно, сейчас первой скрипкой во всех этих процессах. Спасибо. Вопросы за вам. Ренат Шаймарданов, портал «Форум». Андрей Владимирович, вот вы в своем выступлении дали два принципиальных положения. Первое – это то, что любые санкции и какое бы то ни было экономическое давление на нашу страну возможно только в тех областях, где мы имеем технологическое отставание от Запада. Это было сказано прямо. И второе положение, которое прямо сказано не было, оно читалось достаточно ясно, что вот это самое отставание, какое бы оно ни было, оно не является вот богом данным, как бы, о нашей лени или тупости, а сформировано искусственным образом нашей так называемой управленческой элиты, которая сидит в России. И вот, собственно говоря, вопрос. Не кажется ли вам, что какое бы то ни было развитие экономики, вот в том плане, который предлагаете вы, то есть кардинальная перестройка, там, и, ну, прохождение в нужном направлении, невозможно до тех пор, пока не будет сформирована новая российская элита, главным условием отбора которой будет такое вот забытое понятие, как патриотичность. Что пока в управленческой элите у нас не появятся люди с патриотизмом уровня Петра Аркадьевича Столыпина, а в торгово-промышленной элите не появятся вот купцы настоящие, типа Савы Морозова, не будет в России экономики. Вот ваше мнение по этому вопросу. Ну, если... Нет, я, конечно, фигуру-то в этом смысле не настолько значимая, но если вы просто поищите даже просто в интернете некоторые мои публикации, вы поймете, что это вообще та мысль, которая мной руководила уже в течение, там, не знаю, как минимум 15, если не больше лет. В 2001 году я, например, вошел сначала в качестве замглавного редактора, а с 2004 года главным редактором такого журнала, как проект под названием «Русский предприниматель». Вот. Это был уникальный журнал, который, собственно говоря, в главу угла ставил тот вопрос, что бизнес должен быть национально ориентирован. Вы не представляете, какое это было открытие для 2001 года.
Сама эта фраза казалась, ну, из разряда «горячий лед». То есть бизнесмены пожимали плечами. Какое это имеет отношение к бизнесу? Бизнес – это делать деньги. Во-первых, поэтому это назывался не русский бизнес, а русский предприниматель. Предприниматель и бизнесмен, знаете, не случайно два разных слова в русском языке, они очень разные вещи обозначают. Но не только в русском, кстати. Антрепренер вообще то же самое, не то же самое, что бизнесмен. Ну а в русском вот это предприниматель, предпринимать – это немножко другое. А уже в понимании, в ментальности русской, в традиции русской, предприниматель – это мироустроитель. Отношение, христианское отношение к богатству, православное отношение к богатству, оно уже известно. Если ты богатый, значит тебя больше и спрашивается. Богатство дано тебе Богом не только для того, чтобы потешить твое собственное там тщеславие или там удовлетворить твои нужды, а дано для того, чтобы для многих вещей нужна концентрация капитала, как сказали мы уже современным языком. Поэтому распыленные капиталы или когда все бедные, решить проблемы нельзя. Богатому даны эти деньги для того, чтобы с помощью них осуществлять проекты общей значимости. Это действительно так. Ну и наконец там всегда существовало, простите, у верующего человека, если вы там Савву Морозова упомянули и так далее, там еще представление о десятине, которое надо отдать там Богу, которое нужно отдать в благотворительные цели, строить там высококачественные лечебницы. Посмотрите, вообще самые лучшие больницы в Москве, самые величественные еще к тому же в архитектурных сооружениях. Не на этом не экономили, не просто создавали лучшую больницу, там Иисус Кривосолского, например, там, или там Первая Градская, там, или еще что-то. Они еще и создавали шедевры архитектурные на этом, понимаете? Они увековечили свои имена вот таким образом, а не путем каких-то, так сказать, глупых или тем более лицемерных поступков. Это было истинное предназначение предпринимателя, они вот так себя и показывали. Не хочу сказать, что всегда было все так гладенько, и все были такие и так далее. Если бы все были такие, наверное, не было бы там 17-го года, понимаете. Вот, человек несовершенен. Но даже по отношению к 17-му году количество вот патриотично мыслящих предпринимателей в России там, в 2001 году настолько мизерно, что я говорю, сама постановка вопроса оказалась нелепой. На презентации нашего этого журнала «Русский предприниматель», мы тогда ее провели в храме Христа Спасителя в зале Вселенских соборов, значит, прозвучала фраза, и, собственно, я вот ее как бы автор, это стал одним из лозунгов журнала, такой мотто, как бы, девиз. Я напомню вам, что в свое время один из таких экономистов-публицистов Горбачевской эры там, говорил, что мораль и экономика абсолютно, значит, между собой ничего общего не имеют. Что всякие, значит, разговоры там, о каком-то нравственном характере экономических решений, они противоестественны, у экономики свои законы, и поэтому не надо, значит, там, мерить это все такими вещами. Что экономически эффективно, то, дескать, и нравственно. Так вот, мы прям противоположный лозунг выдвинули на обложку нашего журнала, вот этого нулевого номера. Что подлинно экономично, долгосрочно, в конечном счете будет только то, что нравственно. Понимаете, безнравственные действия, там, нельзя построить счастье на безнравственной деятельности бизнесмена. Не может он оказаться счастливым человеком и гармоничной личностью, тем более, если он там еще и православным себя называет, там, предпринимателем, если он в семье живет по православным правилам, а со своими работниками, например, ведет себя со всеми по православным. Это, то есть, раздвоение личности называется, это признак шизофреничности личности, это душевное нездоровье. И вот эта постановка всех этих вопросов была с низового уровня, потому что мы хотели, понимали, что тяжело обращаться сразу к элите, надо скорее ее вот взращивать там со какого-то среднего уровня, да, бизнеса и так далее, вот к ним мы скорее обращались. Дальше я напомню, в 2005 году мне довелось возглавлять коллектив, который написал «Русскую доктрину». Известный труд, который до сих пор, мало того, что не утратил актуальности, в общем-то, других трудов, которые бы его превзошли по комплексному и непротиворечивому характеру, нет такого масштаба. Хотя попытки другими осуществлялись. Это я не ради хвастовства говорю. Мы-то как раз думали, что последует целый веер, приглашали подобную вот дискуссию. Но нам, наверное, Господь помог, потому что, вообще говоря, за там, те сроки, которые у нас были с 1 значит, марта 2005 года, а 26-го я уже 8 часов 47 минут задавал последние тексты в верстку 26 сентября, значит, за полгода практически была сделана работа, в которой принимало участие до 70 человек. Более того, как можно было так организовать людей, не имея ни средств, ничего практически на это дело, это, да, действительно, некий провидетельский момент. Все чувствуют, что это какой-то переломный этап истории. И потому что все были готовы из вот этого аналитического сообщества, все легко отдали свою лепту, у многих было наработки, они не знали, куда это дать. Как только им сказали, давайте такой соборный труд сделаем, вот давайте все вместе и дадим эту программу. Я вообще говорю, вот программа развития, ваше экспертное сообщество пусть даст такую программу развития
Ее нельзя будет игнорировать. А вы здесь представители СМИ должны будете показать гражданскому обществу. Есть альтернативные программы. И надо это все включать в обсуждение, и больше деваться будет некуда. Понимаете, сейчас чувство ответственности вообще у этих лидеров, они понимают вообще, говоря, что такое народная поддержка и ее отсутствие. У вас сейчас определенный подъем, которым надо пользоваться эмоционально. Понимаете, вам дает особое право, как гражданскому обществу, предъявлять эти права. Это на вашем уровне. А про страну в целом, да, может, я очень долго это говорю, да, но я хочу сказать, что вы абсолютно правильно все сказали. Вопрос в другом. Я поправил только вас в одном. Чтобы сделать, чтобы вернуть, или как-то там такой элите чувство патриотизма. Я считаю, что это, значит, тогда не элита никакая, это псевдоэлита. Элита в той или иной стране, в той или иной нации, в той или ином обществе, это по определению общество, такая часть общества, да, которая лучше других понимает нужды этого общества и более всего несет эту ответственность за это общество. Иначе это никакая не элита. Может, это элита другой страны? Вот это другой вопрос. Понимаете, если все их дети почему-то учатся там, капиталы лежат там, может, они элита, но они явно не наша, не российская элита. Ну, это потому что мы смешали термины, понимаете, это не элита. Да. Так мы тогда элитой назовем, я не знаю, любого рабовладельца, что это за элита такое. Или там прилетят с Луны к нам какие-нибудь луняне там, и завтра, значит, там заставят работать всех на шахтах. Мы тоже скажем, вот наша элита, будем к ним вот так вот, значит, с поклонами еще к этим вот, значит, там, ну да, зеленым человечком. Это зеленые человечки. Это просто у нас общество гражданское не сформировано. Так вообще, так, как плечики-то поразмять бы, и глядишь, эти человечки вот туда, где они себя чувствуют хорошо бы, и разлетелись бы назад по своим лунным маршам. Я думаю, всем от этого будет только лучше. Я вот все время говорю, вот вы так хаете страну, чего не уедете? Я вот знаю вот это болотное настроение. Вам же там так хорошо, кричать. Нам сразу станет так легче. Чего ж вы, а вы здесь вот сидите, вот просто всем портите улыбку, знаете? Да. Ну вот есть такой анекдот просто, мне нравится, про то, как дети играют там на улице, вот замечательная игра. Вот. Изображают из себя автомобиль. Вот. И там мальчик такой, неформальный лидер, говорит, вот ты будешь, значит, там, передним колесом, говорит он мальчику там другому, а тот претендует сам на лидерство, нет, не буду колесом. Ну ладно, хорошо, нет, вот Вася будет передним колесом, вот Петя будет там правым колесом, там, вот рулем будешь ты, ну, в общем, короче, вот там начинает припираться, в результате все уже поделили, кто руль, кто колесо, кто бампер, значит, а этот мальчик сидит последний, а я кто буду? А ты вот будешь сзади, говорит, бежать, говорит, да, выхлопную трубу, говорит, и портить воздух, да, вот, понимаете, вот это вот. Им надо указать на их место, пускай они бегут сзади и портят воздух, вот, но только не впереди, потому что они всем мешают жить, потому что ветер оттуда, понимаете? Вопрос. Белецкий Евгений, постараюсь поподробнее вопрос сформулировать. Говоря об импортозамещении, считаете ли вы, что нужно применять принцип «во всем нужно знать меру»? Конкретнее о том, чтобы сформулировать потребность в процессе импортозамещения, а замещать не полный цикл производства продукции, а только, условно говоря, ядра технического. То есть с целью отдать косвенные этапы производства в соседние страны с целью углубления разделения труда. То есть чтобы иметь возможность углублять производство труда с целью снижения себестоимости, при этом удерживая за собой технологическое ядро. Грубо говоря, чтобы взять пример со США страны по распределению производства. Спасибо. И да, и нет. То есть, в общем, я не против разделения труда как экономического принципа экономии издержек, но каждый раз надо помнить о том, что общие издержки, это как цыплят по уши не считают. Вот вы можете в точке получить экономию на издержках, а потом раз, и по вам санкции, и вы получите такую экономию со знаком минус, что, значит, никак не все. То, что вы до этого в виде экономии имели, вы, значит, получите в виде ущерба. Вот, а иногда и этот ущерб превзойдет просто. Поэтому, во-первых, это непростая вещь с точки зрения арифметики. Это не так все делается. Во-вторых, для того, чтобы заниматься таким аутсорсингом, надо быть Соединенными Штатами и другим вкручивать мозги, в том числе и с помощью военной силы, и там ехать как-то. У вас еще нет демократии, мы летим к вам, понимаете? Значит, Россия, в общем-то, не такая страна, которая будет этим заниматься. Это будет противоестественно. Мы никогда не хотели командовать миром. Понимаете, наша роль немножко другая. Сдерживать зло, да, но самим становиться этим злом не хочется.
Вот, поэтому мы критикуем Америку за то, что они практически паразитируют на неравных обменах. Да, действительно, в частности, происходит из-за того, что они вот контролируют технологии. Но, знаете, вот здесь уже это такая палка, которая другим концом самих их ударила. Случись что, ведь они же просто не установят сейчас. Вот вы говорите, не хватает фрезеровщиков. В Америке там уже нет просто швей мотористов. Их-то еще быстро можно научить. Последние американские джинсы, вот эти Levi's, например, знаменитый этот бренд Levi's, да, последняя фабрика была закрыта в 1998 году. В Америке их больше не шьют. Их шьют в Египте, Колумбии, Лесото. Посмотрите, там на бирочках написано. В королевстве Лесото их шьют. Американские джинсы где-то, значит, там, в дебрях Африки, понимаете. Их страшно потом надевать вообще, честно говоря. Вот, думаешь, что там? Вот. Ладно, это я, может, зря так говорю, но вообще бог знает, откуда это идет. Понимаете? И вы хотите сказать, что это хороший пример? Вы поговорите с настоящими американскими патриотами, что они вам скажут по поводу деиндустриализации Америки. Потому что это значит, что потребности дальше в высшем образовании соответствующих профилей нет. Техническая культура умирает, причем она умирает уже на уровне тех, кто ее способен был бы воспроизводить. То есть нет потребности в кадрах, нет и преподавателей. Закрываются соответствующие факультеты. Уж там-то точно перепроизводство всяких психологов, юристов и так далее. Да, страна может определенным образом жировать на подобного рода модели, если вы становитесь как бы центром мира. Но этому всему придет конец. А вот теперь представьте, что американцам для того, чтобы вообще говоря выжить, например, в каких-то неблагоприятных условиях, завтра придется вообще говоря ввести, вообще у них уже появились новые эти изоляционистские настроения. Вот отгородиться от всего остального мира, им же придется все это восстанавливать. Конечно, важнее ключевыми технологиями владеть, но не так быстро восстанавливать все остальное. Я не вижу в этом однозначной пользы, потому что отсутствие, например, там, нужного числа математиков, знаете, например, там результаты конкурсов, на какие места занимают американцы на международных конкурсах, школьных, прям студенческих и так далее, что именно на последних местах последние годы. А первые места занимают китайцы по математике, физике и прочее. Причем там очень интересно, я помню, как там говорили, второе место занял француз, первые 13 заняли китайцы. Но мне это очень нравится. Международный конкурс Олимпиады по математике. Он первое место разделили 13 китайцев. Второе место досталось французу. Американцы где-то там на 47-м месте оказываются. Понимаете? В этом списке. Ну, 60-е. Вообще все международные замеры показывают, что качество там начального образования и среднего в Соединенных Штатах просто плакать можно. Понимаете, оно находится на уровне там, наиболее развитых африканских стран. В частных школах некоторых еще чему-то там учат. Но если вы попадаете на урок в обычную школу, ну, у меня просто моя бывшая ученица, которую я когда-то готовил в университет, в силу того, что там ее муж компьютерщик, переехала жить там в Майами, и говорит, надо чем-то заниматься. Я пошла в школу работать. 7 лет этого человека, ученика среднестатистического, учат с 1 сентября одному и тому же. Вот он проходит год, 1 сентября, опять этого не знает, ему опять, значит, этот курс читает повторно, говорит, я, говорит, не преувеличиваю. С маленьким, говорит, наращиванием. К чему стремиться-то? Понимаете, это, к сожалению, закономерные вещи. Вот почему-то Германия у себя держит весь цикл, а не только технологическое ядро. Почему Мерседесы производятся в Германии полностью? Ну, потому что, а несмотря на то, что это самая дорогая рабочая сила, вы обратите внимание, вроде бы с точки зрения разделения труда было бы выгоднее там вьетнамцам сборку поручить. А они почему-то это не делают, понимаете? И получается, что соотношение зато цена-качество таково, не в силу того, что цена хороша, а в силу того, что качество непревзойденное. Вот к этому лучше совершенству стремиться, понимаете? Производить все, пускай дороже, но зато лучше, чем у конкурента. Потому что в конечном итоге дешевле будет и лучше заплатить за более дорогое изделие, но качественное, чем за дешевое, но некачественное. Я уже не говорю про стратегические аспекты. Россия – это не маленькая Дания, там, не Эстония. Она должна думать, вообще говоря, там, да, о том, чтобы комплексно обеспечить свою безопасность. Поэтому кое-где, в некоторых там случаях мы можем действительно такой аутсорсинг допустить. Ну, условно говоря, там, пошив одежды, там, давайте будем, там, не знаю, войдет Киргизия в Евразийский Союз, давайте киргизам это сделать. Ну, я не против. Вот. Нет, я не хочу никого обидеть, но просто мы не можем расстаться от этих технологий, если хотим обеспечивать вообще свое существование. Да, это будет не самый экономичный вариант, но в конечном итоге он окажется самым правильным. Спасибо. Вопрос из зала. Да, можно вопрос. Но несколько такой может быть сложный.
кондратьевским циклам имеет отношение. Вот, вот такой вопрос из нашего прошлого марксистского диалектического. Насколько можно рассматривать ситуацию, что производственные силы, высшие новые качества информационных технологий, резко возросла, сказать, уровень коммуникации, объем информации, доступ, то есть качественно, да, и мы как бы условно получаем, когда у нас миллиард компьютеров, и за каждым сидит человек, и это сетка, условно говоря, планета мозг по Лемму, да, и возникает востребованность новых производственных, общественно-экономических отношений, социально-общественных отношений новых, да, то есть тоже информационных, когда во главу угла надо ставить человека творческого, созидательного, который способен работать с информацией достаточно мощно, и это другое, ну и другое, все другое. Вообще все другое, вообще чем-то напоминает даже, ну, приоритет вот информационного, так сказать, все, выход на такой уровень вселенский. То есть переход. Я понял ваше качество, да, количество качества. Он очень уместен, кстати, наверное, на земле Крыма, да, где Бернацкий, да, работал в учении о новосфере. Вроде тут вселенский разум там немножко даже у вас замаячил, да, действительно. Я единственное, что хочу сказать, это моя точка зрения, вы, естественно, вопрос-то задали, вы обозначили очень важную проблему, это серьезная проблема, но мое отношение к ней несколько скептическое, я скажу. Я считаю, что разговор про информационное общество сильно преувеличен. Тенденции и тенденции, именно миллиард компьютеров не дает того эффекта, который можно было бы ожидать, значит, действительно, с точки зрения роста производительности труда. Понимаете, наоборот, местами происходит обратное. Ну, например, есть иллюзия, что можно заниматься дистанционным образованием. Да, у кого-то появляется, да, но качество образования при этом падает. Потому что если нет прямого общения с лектором, если нет возможности прямого контроля, если нет, там, вообще говоря, живого общения, возможности поговорить с этим лектором в коридоре и остаться после занятий, качество падает, я вам прямо скажу. Ну, нет, а тут очень много. Это диалектический процесс. Почему я хочу сказать, я еще не полностью отрицаю. Но, скажем, информатизация производства, да, налицо, но очень много преувеличено. Все эти системы SAP, прочие, знаете, это огромный пиар. Потому что вот подсадить на этот SAP, значит, там предприятие, а и дальше, значит, только и дырку здесь запрограммировать заранее, потом вы ищете наладчика, который вам это, значит, спаяет эту дырку, значит, там в программном комплексе и так далее. Чего? Документооборот немножко упростил, да? Наверное. Чуть-чуть лучше учет продукции стал? Ну, наверное. Но, в принципе, раньше с этим справлялась кладовщица, знаете. Так, а теперь мы должны заплатить энное количество миллионов долларов предприятию за поставку этого САПа. Нет, я вам скажу больше. Проблема-то еще в том, что стандартизация подготовки специалистов, которые раньше, вообще говоря, были способны к решению уникальных задач. Ну, например, инженер-конструктор раньше мог построить в одиночку, запроектировать мосты. Сейчас вы найдете хоть одного, железнодорожный мост мощный через Волгу. Вот, например, Гарин Михайловский, писатель всем нам известный, да, инженер, он сам лично, вот 7 мостов стоят до сих пор, больше 100 лет. Через Урал у него есть, там 2 или 3 через Волгу и так далее. Сейчас мне не найдется ни одного инженера, который способен полностью всю эту задачу, расчеты, конструкции и так далее. Никакой информатизации ему не нужно было. У него всего-навсего было хорошее образование. Сейчас вы выпускаете, предположим, 100-300 раз больше инженеров, значит, строителей или конструкторов, там, чем это было. Ну а только качество каждого из них в 100 раз ниже. И где вы получаете эффективность? Вы, более того, вы теперь их учите сразу на типовом строительстве, из готовых блоков, и ничего другого он наплодить в принципе не может. Вот нет такого блока, и у него, он занимается конструктором лего, простите, это совершенно другой подход. То же самое информатизация там на предприятиях и так далее. Их, она теперь почему там нужна? Да потому что, простите, многие не ведают, как иначе организовать управленческий процесс. Ну не дай бог, что-нибудь эта система рухнет завтра, там, вирус в нее там заведется. И в ручном управлении эти управленцы управлять уже не умеют. Я критикую в пределах, как говорится. Просто мне вот этот вой про информационное общество, он же немножко достал. Ну так где вы не хотите сказать, что здесь какой-то колоссальный рост производительности труда, и мы должны, главное, совершенно по-новому оценить и общественные отношения и так далее. Значит, это не совсем верно. Тенденция, тренд можно предположить, если завтра это станет действительно орудием производства. Если степень спаянности, интегрированности вот этого компьютерного, информационного, технологического, значит, комплекса с самим производственным процессом станет настолько уже неразрывным, да, может быть.
Но я пока вижу только лишь осколочки, зачаточки, там, не знаю, не больше 1% вот подобного рода использования этих ресурсов. А все остальное, я считаю, что это чистый блеф. Вот моя оценка такая. Я как бы не претендую на истину в последней инстанции, так же, как я не люблю тему экологии. Андрей Борисович, я знаю, что есть экологические проблемы, но весь этот экологизм, все эти фобии, там, давайте откажемся от ядерной энергетики, зато все начнем это на мельницы переходить, значит, якобы сможем этим покрыть потребность базовой энергии, значит, когда ветер вот не дует, и чего будете делать? Значит, ну давайте все начнем помогать этим ветрякам крутиться, что ли там. Андрей Борисович, я имел в виду несколько иное, я имел в виду мощность обратной связи от общества к власти и бизнесу, которые привели в том числе и к Крымской революции. Может быть, определенным образом, да, блогерского сообщества, конечно, лучше информированность, я согласен с вами, но мы здесь еще не знаем, какие масштабы манипулирования в этом можно вообще вложить, точнее знаем, но просто не видим их еще в полном объеме внедренными. А вот эта вот книжка, которая, кстати, вот здесь лежит, написанная с моими там замечательными друзьями и соавторами, с Константином Черемных и Марине Восконян, да, вот она, собственно, «Анонимная война», она как раз посвящена вот этим вот информационным войнам нового поколения, там, как раз поколение Web 2.0. Разрушительный потенциал этих технологий, по крайней мере, здесь показан во всей красе. Поэтому это такая очень обоюдоострое оружие, понимаете? Когда вы не видите прямо собеседника, не можете проверить его информацию, начинается, вообще говоря, беспредел. Можно вести вообще просто спецоперации вот в этой интернет-сфере. А уж там контроль, извините, над личными данными, исчезновение privacy и так далее. Да, это абсолютно новые общественные отношения. Только вот гармонизация в них не чувствуется. Это шаг к глобальному фашизму. Вот это вот моя совершенно четкая вот позиция, если говорить про тренд. Всеобщая информационная прозрачность – это шаг к глобальному тоталитаризму и фашизму. И последний вопрос от нашего гостя Латифа Бабаева. Такой, который, я думаю, всех интересует. Многих. Я поэтому не завожу никаких аккаунтов в социальных сетях. Не хочу, чтобы за мной следил старший брат там из-за океана, как, впрочем, и все остальные старшие братья. Но мобильным телефоном вы пользуетесь. Ну что ж делать? Вот тут приходится, да. Кодовые слова не надо произносить, на которых там срабатывать начинает сразу это. Последний вопрос такой. Закат империи доллара наконец-то состоится. Сколько можно его оттягивать, спрашиваю? Так он идет, закат, это же процесс. Закат солнца закатывается, да. Это доллары или нет? Не, ну смотрите, когда книжка эта писалась, она издана в 2003-м, написана, было предложено международному сообществу, там, ну, несколько было международных финансовых конгрессов, на которые я, вот, например, и Миша Хазин выступали своим сообщением еще там с 2001 года. По сути дела, вот с начала кризиса, с краха доткомов и так далее. Ну, собственно, с поворотной точки Кондратьевской волны. Хотя Миша, кстати, не разделяет мое увлечение кондратьевскими циклами, поэтому не надо, кстати, полностью отождествлять наши позиции. И то, что он иногда говорит по поводу своих прогнозов, вот, я так ему, когда на были совместные у нас одно время выступления, я просил, вот воздержись от таких заявлений, потому что мне придется тебя сейчас вот сразу поправлять и говорить, что у меня совершенно другая точка зрения. Будет очень глупо, сидят два соавтора, книжку написали, совершенно разные вещи. Вот, во-первых, я никогда не говорю, что это произойдет, как говорится, так быстро, да, как там говорил Миша. Миша, через 2 месяца все рухнет. Значит, вот что такое рухнет, что он под этим видел, я не знаю. Но Миша не экономист. Он закончил мехмат, понимаете, он экономической, так сказать, теорией никогда не занимался. Вот. Более того, он, его любимая фраза еще 3 года назад, сейчас он ее больше не повторяет. Ну я же не экономист, мне как бы так позволено. Вот. Теперь он правда, любит начинать фразы «нам, экономистам». Понятно, ну и так, ну не важно, нет, это добрая ирония, потому что он очень талантливый человек, и если ему как не экономисту было видно то, что не видели экономисты, это только говорит об уникальных свойствах этого человека. Но тем не менее, я никогда не делал таких алармистских прогнозов. Вот. Мой алармизм, он скорее, так сказать, на качественном уровне, но ни в коем случае я не предвещаю там какого-то там страшного суда уже завтра. То есть вот апокалиптичности такого мышления, ну, может, оно мне в целом свойственно, потому что, мне кажется, вообще мир действительно катится как бы в последние годы, причем все более ускоренно, в тартарах, все это безобразие там, в виде ювенальной юстиции, однополых браков, а самое главное, там, нажимы на церковь, чтобы их еще, значит, там, у алтаря, значит, венчали. Ну, я просто не знаю, у меня язык не поворачивается, как это назвать. То есть это, в общем, действительно уже апокалиптическая картина. Главное, поэтому начинают судить как бы о стране. То есть если ты против этого, это не просто там, что такое антипрогрессист, не просто там реакционер, ну, то есть ты исчадие какого-то просто зла, наверное, то есть вот как-то вот так, то есть все перевернулось, белое стало черным, добро стало злом,
Поэтому в целом это мне свойственно, конечно, апокалиптических мышлей. Но у них апокалиптичность прогнозов с точки зрения вот того, что вот давайте я вызову завтра там. Во-первых, ну как происходило, например, с предыдущими валютами? Что такое было британский фунт и сколько лет, вообще говоря, он закатывался и умирал? Он еще, между прочим, даже в 1944 году, когда проектировалась Бреттон-Вудская система, назывался наравне с долларом, значит, там основой будущей системы. Не удалось, как говорится. Ну как, в тот момент остатки распадались и колониальные империи, Индия, там, не знаю, половина Африки и прочие получать стали независимости и так далее. Наверное, значит, обстоятельства меняются так потихонечку, не сразу, правильно, ничего не сыпется в один день. Но зато, если вы посмотрите на покупательную способность фунта, на его обменные, например, курсы и к золоту, и к другим валютам, например, там в 1900 году и в том же, там, не знаю, уже 1950, все становится понятно на самом деле. Вот, дальше. В 2003 году, когда мы это писали, мы еще не видели этой глубоко выстроенной, эшелонированной, значит, не знаю, как сказать, это даже не оборона, а это, значит, как бы сказать, глубоко эшелонированный театр военных действий, который отстраивает Китай. Все, вся инфраструктура практически уже создана. Значит, сделать юань торговой валютой через систему валютных своп удалось. Уже там почти, там, наверное, 40 уже на сегодняшний день, у меня устаревшие были данные двухлетней давности, было 30 с чем-то стран. Наверное, сейчас все 40, а то и 50 стран по валютным свопам уже будут осуществлять торговлю с Китаем, по крайней мере, немалую часть, значит, там, в национальных валютах. Для этого делаются юаневые кредиты, по сути дела, в виде свопов, да? Значит, понятно, торговой валютой юань становится. Более того, самое прикольное, лидером по объемам этих торговых сделок стало, по итогам прошлого года, Великобритания, Германия, Франция, и только на четвертом месте Сингапур, казалось бы, вроде бы вот китайский фактор. Только на четвертом месте по юаневым сделкам, значит, внешнеторговым с Китаем. Великобритания первая оценила, как говорится, все удобства этого дела. Потому что финансовые технологии, и вот подсчет издержек и возможные выгоды там умеют считать. Хотя, казалось бы, геополитический противник. Тем не менее, значит, торговой валютой стало. Доступ к, значит, заниженный курс, который позволял, значит, там, заниматься всей экономической экспансией, значит, не позволял при этом и сдерживал цены, кстати говоря, как ни странно, на внутреннем рынке. Значит, ограничения потихоньку снимают. Там еще недавно там иностранец не мог там, купить китайских товаров в Китае больше, чем на $1000. Сейчас, значит, будет снимать. Дальше не допускались там к рынку определенных ценных бумаг иностранцев. Теперь будут допускаться. Уже, значит, все это отрабатывают все технологии. Создан совершенно ненужный, вроде бы, значит, механизм государственных облигаций, причем разных уровней. Зачем стране, у которой там более 3 триллионов долларов золотовалютных резервов, нужны, казалось бы, госзаймы? А для того, что на самом деле в самой международной финансовой системе, значит, особую роль играют якорные облигации. Понимаете, значит, вот они осваивают этот рынок. Более того, уже сделали роуд-шоу 2 года назад при содействии, кстати, глобальных британских банков, которые с ними работают. Lloyds Bank и, значит, Lloyds Bank был там, кто еще, с кем они там были, со Standard Bank и этот самый, по-моему, HSBC, значит, там, Гонконг Шанхай Банкинг Корпорейшн. Вот, огромный роуд-шоу, значит, по популяризации среди инвесторов этих инструментов. Все, то есть идет замена трежерис на китайские облигации, золотой биржи в Шанхае. Сейчас ее обороты, более того, по физическому золоту она опережает все. То есть объемы физических поставок, практически вся мировая добыча, данные последнего года, почти вся мировая добыча по объему, да, была продана на шанхайской бирже. Но там есть еще скреповый металл, там определенные, так сказать, торсырье, определенные продажи центральных банков. Так вот, значит, поэтому, ну, не весь пока еще металл не покупает, но практически весь физический объем вновь добываемого металла скупает Китай. Значит, что это тоже, это, вообще говоря, финансовый актив всей истории человечества и, по моему убеждению, еще и будущего. Без золота человечество в качестве основы финансовой системы живет всего полвека, даже меньше. Понимаете, это ничто, когда там кто-то говорит, что золото свое отживу, ничего подобного. Вот мы имеем все те финансовые эксцессы, которые мы, значит, получили. Поэтому я думаю, что мы просто видим это, каждый день это происходит, этот закат. Понимаете, если это вы не хотите видеть, но точно так, как никто не хотел 10 лет мои слова воспринимать про рост Китая. Да там, мне студенты говорят, там даже дорог нормальных нет. Простите, по объему перескоростных там дорог, они там за какие-то 5 лет произошли объемы всего остального строительства во всем земном шаре. Значит, надо просто оценивать реальные возможности этой страны. Что такое 7,5% роста в год?
Кто-нибудь знает вообще процентную математику? 7,2 – это означает удвоение экономики каждые 10 лет. А дальше степенная функция. То есть 10 лет удвоение, 20 лет учетверение, а 30 лет восьмерение для экономики. Ну, можно немножко вообще представить себе эту картину, хотя бы просто на 15 лет вперед посмотреть. Или не надо смотреть на 15 лет вперед. Вот у меня есть ощущение, что доллар, конечно, не умрет, так же, как фунт остался. Ему же продолжают пользоваться. Там, в пуле мировых валют все еще там, на него какая-то приходится долька там, на, в качестве инвестиционного актива, там, даже резервного актива, там, какие-нибудь там, 5%, 3%. Там, ну, вот, доллар, конечно, не уйдет со сцены. Будет, Америка еще будет очень долго крупной державой. Но то, что монополию он свою уже утратил де-факто сейчас, а через 5-10 лет, я говорю, все основные институты, которые, собственно, доминирование этого, этой валюты в мире в качестве не только уже торговой, но и инвестиционной, и резервной валюты, и валюты расчетов и так далее, валюты международных кредитов, конечно же, эта монополия вообще уже будет утрачена через 5-10 лет так, что это будет, ну, там, одна из трех, как минимум, значит, вот, валют, которые на этот статус могут претендовать, будут уже как минимум наравне с долларом, а может быть и в большей степени. Поэтому, да, но на это очень много чего завязано, понимаете. Когда вот мы говорим про американскую экономику, это же ведь уже на 2/3 сектор услуг. А внутри этих 2/3, 2/3 составляет там сектор финансовых услуг. Так вот, потому что это центр такой финансового мира, понимаете. Вот если вот мы эту составляющую вынем из американской экономики, то, в общем-то, ну, а треть практически вообще просто может лишиться элементарно. Ну, а если даже произойдет хотя бы там, в два раза сужение этого сегмента, ну, все равно там процентов 20 от американской экономики надо будет отнять. Это вот вы объясните потом простому американцу, с чего это вдруг он должен завтра там, на 20% дешевле, там, хуже жить, понимаете? Вот. Но правда, опять же, как они сейчас живут, я говорю, здесь иллюзий очень полно. Знаете, когда 50 миллионов человек сидят на food stamps, то есть получают пособие на питание, вот. И весь средний класс размывается в последние годы, все достается только самой вот верхушки. То есть это одна из самых сейчас несправедливых перераспределительных машин в мире. Вот. Поэтому это очень все чревато. К чему это может привести там? Показали там и события в Новой Орлеане, прошу прощения, заговорился, весь день даю интервью, уже язык начал плохо ворочаться. То есть, если кто-то думает, что они могут легко контролировать внутри политическую ситуацию и то, что называется social unrest, то есть социальные беспорядки, это не так. Поэтому в любой момент эта бомба может рвануть, конечно. Довольно опасная вообще вещь. Ура, товарищи. Спасибо, Андрей Борисович. Есть еще вопрос? Можем еще один вопрос из зала? Записок много, и они все немного осталось непрочитанных. Я вам передам просто, они на такие глобальные темы. Есть из зала еще вопрос? Можно? Да. Здравствуйте. Санкт-Петербургская землячество Крыма. А вопрос такой, вот прошла информация, что Обама предложил перезагрузку Китая. Как это может выглядеть? Ну, во-первых, от перезагрузки ничего хорошего ждать не надо, судя по российскому опыту. Эта перезагрузка для нас там очень плачевно, ну, слава богу, не закончилась, его вовремя, так сказать, прекратил Владимир Владимирович. Всем перезагружающим немножко, так сказать, по мозгам надавал. Вот. Всякая такая перезагрузка. Знаете, в Китае не дураки сидят. Там очень мудрые, вообще говоря, политическое руководство. И вот, что если говорить про качество элит, качество китайских элит выше всяких похвал. Более того, там рассредоточенный центр принятия решений. Там нет абсолютной власти политбюро и тем более генерального секретаря ЦК КПСС, который оказался уязвимой пятой Советского Союза. Потому что если бы не это, значит, там вовремя бы спохватилась бы армия, спецслужбы и прочее. А тут все же привыкли, что все команды идут только в одном направлении, и никакой инициативы быть не может. Вот в Китае не так. Там очень мощные военные элиты, очень мощные региональные кланы. Там примерно 5-6 военных округов, на базе каждого из них, по сути дела. Вот если этот консенсус не достигает, там очень мощные элитные группы. Хотя бы один из них, он может вообще изменить вообще всю историю Китая текущую. Мне рассказывали столько интересных вещей там за последние годы, потому что мы видим только внешний, так сказать, уровень событий, да еще только то, что нам показывают, а не то, что происходило реально. Например, вот там про площадь аниме все знают.
потому что ее по всему миру так. Ну, там распределяли сколько-то, 200-300. А то, что в этот день в город вошло 1000 танков, которые до этого в течение 3 месяцев концентрировались из соседнего военного округа, это был просто государственный переворот, потому что они своего местного Горбачева просто вот таким вот образом, потому что за него вступали там местные силы полиции, прежде всего, на бронетранспортеры. Стрельба была, это известно. И коктейли Молотова там тоже летели. Но ни один телеканал мира этого не показал. Понимаете? Вот. Это к вопросу о том, что такое вот Китай, да, и как с ним можно играть в перезагрузку. Другое дело, что, видимо, они пытаются воспользоваться. Си Цзиньпин действительно показывает, дает некие знаки, что он представитель той группы в Китае, которая вот тоже учит своих детей там уже давно в Штатах, там, вот, выводит капиталы и так далее. Ну, живем, видим. Либо это закончится просто, ну, я боюсь так думать, действительно, тем, чем закончилась перестройка в свое время в СССР. Вот. Но думаю, что все-таки на более раннем этапе, значит, элиты это дело пресекут. Вот. И, скорее всего, просто дни Си Цзиньпина с этой перезагрузкой, они просто сочтены будут. Очень скоро мы увидим тогда замену кадров. Хорошо, если дороги будет строить, понимаете? Максим Головань должен получить эту книгу. Это раз. Максим. Да, я не сказал про эту книгу все-таки еще раз. Да? Может быть, потому что в промежутке. Эта книга не совсем экономическая, да, совсем не экономическая. Потому что, ну, я занимаюсь много чем. Я занимаюсь и вопросами идеологических противостояний, и, в общем, всякого разного рода политологии, стратегическими вопросами. Вот это было подготовлены 2 доклада. Такой аналитической группы, которая, в общем, как-то группировалась вокруг сайта «Глобоскоп», раньше журнала «Русский предприниматель». Ну, условно, мы сейчас себя называем аналитической группой «Глобоскоп». Во всяком случае, вот здесь 2 из представителей этой группы, кроме меня, это Константин Черевных, питерский аналитик, очень мощный, очень необычный, и Марина Расконян, моя коллега, журнал-эксперт, она у нас обозреватель, хотя ее как бы тоже общественная, политическая, интеллектуальная деятельность очень широка. Вот сейчас она вот только-только, по-моему, вчера вернулась из Германии с заседания Германо-Российского форума, она тоже занимается очень активно и научной и общественной деятельностью в области социологии, в области идеологии, в области информационных воздействий. Вот эта книга, она разбирает процессы информационных воздействий враждебных, субъектов этих воздействий, пока скрывает, на мой взгляд, те темы, которые, в общем-то, не принято поднимать в официальном мейнстриме. Здесь нет такого тупого подхода. Там ЦРУ уничтожает Россию и вот все НКО и прочее. Это уже все сказали. Дальше. Только не очень понятно, а какие же тогда силы, например, разрушают внутри саму Америку, например, постоянно определенные комплексы сознания продвигают, например, там, про ограничение рождаемости, вот, по исчерпаемости ресурсов, вот, про то, что нужно остановить экономический рост, перейти к нулевым темпам, вот, ну и так далее, и так далее. Более того, там появляются очень интересные такие, например, Гор в свое время изобрел термин, мне очень понравился, Global Warming Deniers. То есть это примерно как Холокост Deniers, отрицатели Холокоста, так же как отрицатели мирового потепления. Значит, ну, я, например, не вижу никакого мирового потепления, простите. Но и говорить это становится примерно так же, значит, нерукопожатно, как отрицать Холокост. Понимаете? Это такие вот воздействия. Вот кто стоит за определенными комплексами идей? Вообще говоря, был аналог. Были события 1968 года. Весь этот рок, drug, sex, generation, который возник в результате потребительского общества, идеи развития, которые были подменены на идеи успеха, потребительства и так далее. Значит, это тоже был управляемый процесс, за этим стояли тоже определенные группы, интеллектуальные центры и были технологии. То, что мы сейчас переживаем, мы считаем новым 68-м годом, поэтому подзаголовок этого доклада – это как раз новый 1968 год, полное наименование.
мировоззренческое, да, новый 1968 год, мировоззренческое содержание, механизмы революции 2.0. Вот это вот к вопросу об информационных войнах, идеологических войнах. Вот, а вторая часть этой книги – это авторский доклад Константина Черемных, посвященный американским think-tankам, которые как раз работают в области политики и идеологии. Это очень интересный обзор и их влияние на актуальную политику последних там, 10 лет Соединенных Штатов. Вот, это вопрос о перезагрузке. Он вам четко там скажет, какой именно центр, вообще говоря, стоял за этой перезагрузкой, разрабатывал ее идеологию, механизмы, какие были использованы каналы влияния и так далее. Вот. Ну, про Беркнерский центр, там, скажем, многие знают, но таких центров гораздо больше. Вот. Мы единственное, побоялись в качестве приложения некоторый список, там хотели опубликовать, но потом решили, пусть это останется пока закрытым неким документом. Если компетентных товарищей заинтересуют, мы предоставим. А так вот самим подставляться не хочется. Но там, тем не менее, очень много названо прямыми. И какова роль в этом параполитических сообществ? Вот. Каких-то очень странных, там, наверное, культа там, совы, там, например, там, в Калифорнии, там, какова роль там, тайных обществ, типа там, череп и кости и так далее. Там. Ну, дело не на уровне билетристики, а там показаны определенного рода связи, комплексы идей. Вот. Так что книга любопытная, короче, я ее вам рекомендую. Но гады издатели, я не могу об этом не сказать, публично, в микрофон, да, они, у нас был как бы пункт договора, что они согласовывают со мной обложку, титульный лист, оборот титула, то есть всю аннотацию, значит, в обязательном порядке. Я потратил от 4 до 5 часов времени на пребывание в редакции, чтобы вообще исправить все виды недочетов. Где фамилия авторов на обложке? Что это за от аналитиков из Борского клуба? Почему в аннотации две значит, превосходные степени использованы, значит, там абсолютно неуместные и так далее? Запятые не там поставлены. Короче, и совсем другая была обложка. Она уже была переработана, мне расписались, значит, копию дали, все. Но в типографию они отправили, старый квадрат. Тем не менее. Вот. Это к вопросу о том, что можно принять правильное решение, да, как говорил Черномырдин, хотели как лучше, так что, да, получили как всегда. Но судиться я с ними, скорее всего, все-таки не буду. Тоже я думаю, время свое брать не хочу. Просто больше не буду иметь дело с задачным алгоритмом. Антиреклама. Да, это то была реклама, теперь антиреклама. Наталья Екимова, пожалуйста. Я думаю, мы Лене дадим эту книгу, потому что она вчера очень хотела ее получить и пришла к нам сегодня на встречу. Спасибо. Сложно ориентироваться. Вот давайте за вопрос, который у нас возникла мощная дискуссия. Давайте. По информационным технологиям и качеству среды. Тем более, что это вот книжка как раз об этих информационных воздействиях и об обратной связи. Да, пожалуйста, вопрос вот. Да нет, вы, спасибо. Вы не любите. Я поддерживаю всю деятельность, конечно, и блогерского сообщества, и в этом смысле, и наоборот, я просто считаю, что это тоже определенного рода подвиг, знаете, находиться под постоянным прицелом микроскопом спецслужб там и так далее, в публичном поле, опять же, там гадости всякие читать в комментах. Вот, это, ну, надо к этому иметь и волю, и склонность. В общем, я по целому ряду причин. Пока это хотел бы, чтобы меня не касалось. Вот. Ну а так вообще, конечно, сам-то я читаю все эти блоги, сам я активно все переживаю. Где же мы еще это все? Иначе бы узнали правду обо всех событиях, которые здесь происходили, не через официальную же прессу, понимаете? С Пургиняном? Нет, публично не буду на эту тему высказываться, я у него работал. Это во-первых. Вот. А во-вторых, я очень хорошо лично знаю Игоря Гиркина, с которым я знаком больше 10 лет. Кстати, у них, как говорится, не написано вот в их, как это сказать, паспорте самосознания, что они к этой работе были готовы. Даже Саша Бородай, ну, считайте, мы с ним почти родственники. Его мама моя крестная. Поэтому я, Саша ее физический сын, а я ее сын во кресте. Вот, как бы, ну, сын, не сын. Она восприемница, конечно. Крестная мать не может в этом смысле становиться матерью, но тем не менее. Вот, что вы думаете, человек как бы, был
готовился я специально к этой деятельности, что ли? Это так жизнь сложилась. И вообще это удивительно, что в нужный момент оказались какие-то нужные люди. Кто мог подумать, человек, который занимался реконструкцией исторических боев, стал причастен к реконструкции истории с большой буквы. Понимаете? Вот. Я могу сказать только одно, что мое личное отношение к Ертину, оно выше всяких похвал. Этот человек сделал невозможное. И упрекать его в чем-то, это какая-то нелепость. Понимаете? И имея такое соотношение сил и средств, такой уровень поддержки, в кавычках, то есть ее отсутствие, и абсолютно игру без правил той страны, потому что введение военных действий с применением авиации по собственному населению, это вообще неслыханная ситуация. Понимаете? Неслыханная. Вот, поэтому я вообще не знаю, что тут что сказать. Но могу вам сказать, что очень высоко личность Дыркина и его достижения профессиональные и военные оценивает генерал Ивашов. Вот просто я это слышал личную оценку вот в эти дни, пока мы здесь находились. Поэтому, ну, у каждого может быть свое мнение. Вот. Дезавуировать, по крайней мере, публично я никого не собираюсь, и каждый может со своей точки зрения находиться. Я оцениваю эту ситуацию лично. За себя могу сказать. Давайте. 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 Давайте